По многочисленным просьбам сегодня я приготовлю вкуснейшее, освежающее и очень нежное шоколадное мороженое. Давайте побыстрее начнем готовить. Для начала черный шоколад нужно мелко порубить. Приготовлю заварную массу. Сахар я пересыпала в ковш. К сахару я добавляю какао-порошок и все перемешиваю венчиком. Добавляю яичные желтки и все перетираю венчиком. Порциями добавляю молоко. Молоко у меня из холодильника. И все хорошенько перемешиваю венчиком. Полученную массу отправляю на плиту. Буду варить на среднем огне, постоянно помешивая, до легкого загустения. Массу ни в коем случае нельзя кипятить. Заварная масса готова. Она у меня совсем слегка загустела. Я ее нагрела до 90 градусов. Заварную массу нужно пропустить через сито. В теплую заварную массу добавляю подготовленный черный шоколад и все хорошенько перемешиваю венчиком. Нужно, чтобы шоколад полностью весь растворился. Шоколадную массу оставляю до полного остывания. Периодически буду ее перемешивать венчиком, для того, чтобы сверху не появилась пленочка, и таким образом масса будет быстрее остывать. Главное не соблазниться и не съесть эту вкуснятину. Как только шоколадная масса остынет до комнатной температуры, только тогда начинаем работать сливками. Сливки обязательно должны быть жирными, жирностью более 33%. Сливки у меня охлажденные, их нужно хорошенько взбить миксером. Сливки я взбила, они у меня загустели, стали пышными, увеличились в объеме. Взбитые сливки порциями добавляю в шоколадную массу и все хорошенько и аккуратно перемешиваю венчиком. Я все хорошенько перемешала. На этом этапе вы можете мороженое попробовать по вкусу. Если оно вам покажется недостаточно сладким, то добавьте сахарную пудру, все хорошенько перемешайте и давите мороженое до того вкуса, который вас будет устраивать. Емкость с мороженым накрываю пищевой пленкой. Мороженое в таком вот виде отправляю в морозилку. Через каждые 40 минут мороженое буду доставать из морозилки и хорошенько перемешивать его венчиком. Его нужно будет перемешать 4 раза. Это мы делаем для того, чтобы разбить кристаллики льда, которые образовываются в мороженом. 40 минут прошло, перемешиваю мороженое первый раз. Емкость накрываю пищевой пленкой и мороженое снова отправляю в морозилку. Сорок минут прошло, перемешиваю мороженое второй раз. Мороженое отправляю в морозилку. Сорок минут прошло, перемешиваю мороженое третий раз. Мороженое снова отправляю в морозилку. Прошло еще 40 минут, перемешиваю мороженое последний четвертый раз. Только теперь буду перемешивать ложкой. Теперь отправляю мороженое в морозилку как минимум на 6 часов, но лучше всего на ночь. Нужно, чтобы мороженое хорошенько застыло.
Мороженое у меня хорошенько застыло. Я его достала из морозилки. Оставляю его при комнатной температуре на минут 10. Нужно, чтобы мороженое немножко оттаяло. С помощью ложки для мороженого из мороженого формирую шарики и выкладываю их в креманку. Шоколадное мороженое готово. При подаче его можно посыпать натертым черным шоколадом. Мороженое по этому рецепту получается невероятно изумительно вкусным. Посмотрите, какое оно получилось по консистенции. Оно намного вкуснее магазинного мороженого. А я надеюсь, вам понравился рецепт приготовления мороженого и вы его приготовите. А с вами была Наташа Пархоменко. Смотрите мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, обязательно подписывайтесь и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы вовремя получать уведомления о новых видео на нашем канале. Приятного аппетита и до новых встреч!